Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz Abduhalim Bro kanalidasiz. Suv toshqinlari kamayib bormoqda. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Ну там, видимо, что-то попало в него, раз разбило его. Я не знаю, может, течением что-то занесло, если у нас забор свалил одну. Что, сюда мы попадем? Ну, чего он плавает. Знаете, котел жалко. Тоже тут бедовали. Насос повырывал. Жиырма жетінші апрель сағат 7:30 таңғы шлюз салынды. Мәсі қысқапты, бір примерно 10 сантиметрға түскен су. Всем добрый день, снова вещаем с своего окна. Город Петропавловск, сегодня у нас 27 апреля, район ДСР. В предыдущем видео я снимала. Идет вторая волна паводка. Здесь вот была видна дорога, но сейчас дороги уже не видно. Ориентируюсь по рекламному счету, то есть вода приходит. Воды много. Вот такая картина. Здесь у нас лебеди плавают. Вот еще лебеди. Вот такая картина творится. Воды очень много. Те дома снова по крышу в воде, как-то вот отходила вода, было лучше, сейчас новая вода прибывает. Ну, как и говорили, что вторая волна будет. Там картина такая же, все дома в воде. Там вот вообще страшно. И когда же вода будет сходить? Такие вот дела у нас тут в домике в нашем. Кухня страданула. Чутка. Костик. Ну, хуйня делов. Печку. Жалко, конечно. Но придется.
27 апреля. Сейчас же и покажу. Вот колесико. Сантиметров, наверное, 50 еще до него. Если поднялся, то не так значительно. Сантиметров на 10, наверное, максимум за эти пару дней. Так что нормально, в принципе. Это вал. Работ уже нету, ведутся. Течение спокойное. Соседи там что-то делают, мешки опять фасуют. А с той стороны прям все мешком заложили. До нас вода не дошла. Отлично, я готова трассовать, зарда. Вон, лягтор кстати. Открываем дедра. Восьмое апреля. Вода упала где-то сантиметров на 25-20. Как видим, вода чистейшая. Напомню, общество «Зенит», Уральск, 28 апреля. Такие дела. Вода падает очень медленно.